Раньше я и она были очень близки. Вместе мы бегали от тоски. У меня сейчас счастливый брак. Только не говори, что я чудак. Была кроме жены одна женщина, красотка, не деревенщина. Она работала в семейном клубе, красовалась в подарке моем в шубе. Пришло время, и она стала проблемой. Да, она стала сразу основной темой. И эту проблему нужно было решить. Я занял сторону босса, да чтоб мне не жить. Моя любимая исчезла из моей жизни, но как из головы удалить эти мысли? Ладно, но босс не оценил мою жертву. Ему, все только ему по ветру. Вот тогда наши с ним отношения дали трещину. Две стороны мнения. Ему, все только ему, да к черту! Пришло время платить по счету.